я приехал сразу же в Нью-Йорк, я сразу же ощутил его как сумасшедший город, и за те уже почти 25 лет, которые мы здесь живем, мое мнение о Нью-Йорке не изменилось. Самая известная моя книга – это записанные мною мемуары Шостаковича. Он настаивал на том, чтобы это было сделано именно после его смерти, поскольку понимал, что если она появится, не дай бог, при его жизни, то больших неприятностей ему не избежать. А вот эта книга «Разговоры с Баланчиным» о Чайковском. Вот здесь Баланчин, здесь Чайковский, я с Баланчиным. Вот это вот, я считаю, моя главная книга, которая вышла здесь, на Западе. Это «Разговоры с Иосифом Бродским», который я с ним вел на протяжении 15 лет. Я работал с Ахматовой, Шостаковичем, с замечательным скрипачом Натаном Мильштейном, с хореографом Джорджем Баланчиным. Но труднее всех было с Бродским, потому что он был самый непредсказуемый из всех. Он был человек, который, если ты ему говорил белое, говорил черное. То есть он все время хотел утвердить свою незаурядную, естественно, и очень большую личность. Главный выбор моей жизни – это то, что я женился на Мариане.